Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Галлиант, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Недавно у нас был стрим по нему на Twitch-канале, ссылка на который в описании, и мы на нем раскопали немного алмазов. Да, у нас было 4 кирки алмаза, мы все сломали. И также мы заточили алмазы и кирку на удача 2, эффективность 3 и прочность 3. Больше мы пока ничего не точили, и единственные изменения, которые у нас произошли со стрима, сейчас я вам покажу их. Именно в доме, это у нас вот тут вот под землей, подземном строении, появилась библиотека, да, где мы будем точиться дальше. И я думаю сразу, наверное, затащить себе шмотки. Алмазные пока делать не буду, железных достаточно, по идее. На самом деле я бы подождал, пока переплавится железо, золото и все остальное, чтобы у нас было больше опыта. И возможно нам хватит на заточки, пару заточек 30 уровня. А до этого момента я вам покажу, что мы успели с вами раскопать. Ну, просто так, чтобы вы знали, насколько мы жестко копали на стриме. Так, где мы именно копали? Кажется, вот тут. Да, вот оно. Вот. Вот так мы откопали, и там дальше, ну, примерно такая же комната. Откопали мы много, и это было жестко. Так, я хочу посмотреть, как работает удача 2. Вот, то бишь, у нас тут есть руда, да, и вот, например, ломаем мы. Одна. О, три! Вот как работает удача 2. Понял. Мне кажется, это низкая удача. Можно было бы и побольше, да, наверное, бить. Ну ладно, окей. Так, подземелье я вам показал. А в этой серии мы будем заниматься фермерством. Да, фермерством. Нам нужно, наконец-то, достроить наш дом. Доделать его с помощью камня, каменный забор. Расставить везде факела, чтобы было светло и монстры не появлялись. А также сделать пару себе железных големов, чтобы они защищали территорию от таких вот ублюдков. Взрывайся, бро, не надо. Я же знаю, ты парень плохой, взорвешься 100%, но мне такое не нужно. Нам, мы здесь таких не любим. Мало, очень мало опыта дается, блин. Надо посмотреть, что тут можно апнуть. Вот тут можно бафнуть просто защиту себе. Вот тут просто защиту бафнуть. Вот тут что можно бафнуть? Защита 2. И вот тут можно бафнуть себе защиту 2. Все, мне больше не надо. Мне левела, видите, нужны. С левелами тут проблемы. Щиты бафать нельзя, как мы видим. И можно ли бафнуть меч на что-нибудь интересное? Бить членистоногих. И на меч ничего интересного нету. Кстати, требуется 7 левел, 30 и 8. Эти железные прутья мне нужны. Не знаю, сколько мне их надо, но давайте пока просто поделаем. Так, для начала мы должны все разделить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет, не получится разделить. Тогда делаем вот так вот, просто. Я люблю разделять на территории. Подземные свои строения. Мне так нравится. Камень. Булыжник сюда, мне нужно много забора. И мне бы надо найти спавнер, чтобы делать себе гринд-машину. Вот тут впереди, вот туда вот проход еще будет. Копаю, блин, мясом, зашибись. Так, кто не знает, что я делаю, объясняю. Я делаю с вами мусорку. Теперь мне нужен материал, которым я буду все обделывать. А тут мы делаем вот так вот. Все же получилось разделить. Но не очень красиво, конечно, получилось это сделать. Ну да ладно. И вот у нас два прохода. Не сюда. У нас будет стоять... А что, подождите. Нифига ведь не так. Это мы тоже ломаем. И делаем вот так вот. Что-то совсем забыл, подождите. У нас в одной части будут стоять печки, а во второй части, то бишь, вот тут у нас будут стоять сундуки. Окей, все, подвал готов, он будет выглядеть примерно так вот. Ну, так вот я его оставлю, точнее. Тут у нас ничего не будет, не хочу тут ничего ставить. Может, сундук поставлю, чтобы туда лазурит положить, и все, это максимум. Блин, я забыл лаву набрать для мусорки, твою налево. Окей, погнали за лавой. У нас, короче... Подвал получился абсолютно идеальным, потому что все решетки, которые я создал, ушли на его строительство. У нас ни одного железного прутья не осталось ненужного. Последний сейчас у меня в руках есть, это нужно для мусорки, я покажу именно, куда он ставится. О, крипер, здорово. Ебать. Что? Я не знал, что пока ты его убьешь, он может взорваться. Этого я не знал. Привет, кошка. Твою налево, а что, у меня там что-то сгорело. Надеюсь, это не кирка, потому что для нее нужен 30 левел. На опыт мне насрать, ладно, окей, набьем-то новый. А вот на кирку нужен 30 левел, чтобы ее создать.
Да не налево. С удачей 2. Кирка крипер была. Удача 2. Если там кирка сгорела, я же буду плакать. Я буду долго плакать. Реально же сгорело. Кирка, 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 здесь все нормально. Ой, май глоб, о май глоб. Чего ты так пугаешь, козел? Че сгорело-то? Ведро, что ли? С ведром сюда шел ради того, чтобы набрать лавы, и ведро же сгорело. А, нет, оно нормально. Ничего не сгорело, че ты врешь туда? Крипер, обманщик. Врун. Ой, блин, я честно, я очень испугался из-за того, что это реально могла быть кирка. Это она слишком ценная для меня, Я лучше кирок еще не делал ни разу в своей жизни. Удача, давай, я впервые вообще вижу такой статок. Удача, блин. Давайте кису покормим, подождите. Окей, бро, все окей, боится, нельзя его кормить этим. Ну ладно, печально, но ладно. И наша мусорка готова. Вот так вот ставится последняя железная прутья, чтобы туда не упасть. Видите, туда прыгнуть теперь нельзя, в принципе. И спокойно, например, ненужный материал ты туда берешь, так вот и выкидываешь. Пожалуйста, пусть мне хватит, потому что мне больше кирпич не нужен, в принципе. Я могу все булыжники выкидывать. Почти хватило, вот прям чуть-чуть осталось, и все. И ограда наконец-то закончится. Блин, прям капельку, капельку. Полюська, там не хватает, может быть хватит уже. Да, наверное, хватает уже, давайте проверим даже. Все, мне хватило. Теперь осталось самое главное, пробежаться по всему забору и оставить на нем факела. Где все это дерево? Я где-то все дерево просрал, да? Пойду налево. Опля! Забор готов! И огромнейшее, просто огроменное количество факелов. Сделано для того, чтобы все было в свете факела. Так, нам сразу нужны места, где мы будем сажать большое количество пшеницы. Все, зигзагообразный проход готов. Тут копаем. Все идеально. Потом сюда. Сюда. Очень много мест для ведер под воду. Что-то прям многовато. Я их задолбаюсь, наверное, делать. Давайте просто ведер больше сделаем, и все. Самое смешное, что мне пока так много не надо. Ведер и столько воды. Ну, пусть будет. Все, окей. Тут все готово. Самое смешное, что мне столько сейчас и не надо, мне нет столько пшеницы. Я даже одно поле высадить не смогу. Пойди налево, блин, накопал столько, столько не надо. На самом деле, можно сделать получше, намного лучше. Я тут везде делаю деревянный забор. И разделю поля заборами, чтобы было как бы позаборно. И также надо будет рассадить деревья еще. Много работы еще, много работы. Но мы только начали. Дом выглядит красиво. А ты так плывешь, и это кайф. Давайте, даже сфоткаю так его отсюда. Блин, это реально кайф. Кайфую, кайфую, видя свой дом. И он прекрасен. Хочу построить еще получше. Жалко, один играю. Мне бы сюда напарника. Было бы замечательно. Ребята, кто-нибудь хочет играть вместе? Пишите мне в группу ВК, да? Все? Ой, блин, еще осталось. Надо еще отлететь. За тропической древесиной, оказывается. Неожиданно. Он может на меня садиться. Это прикольно. О, на мне сидит пузатик, брат мой. Так, а тут нам забор не нужен, что я наделал. Как и тут мне забор не нужен, у меня тут не будет сада. Это просто дерево будет расти одно. Так, получается у нас такая большая территория. Красивенькая, но большая. Осталось теперь делать не забор, объяснил. Прям по-человечески. Я по мне достойно объясняю. Он теперь рядом со мной всегда летать будет? Что? Он теперь всегда летает рядом со мной, ребят. Что? Нет, он же так умереть может. Нет. Останьте дома, пожалуйста, по-братски. Братишка, останьте дома. У меня дофига животных живет уже дома. Потому что у меня что? Правильно, офигенный дом. Конечно, наверное, калитки надо было делать из другого материала. Иначе так можно и потеряться. Тут все идеальненько готово. Готово. И все, везде все готово. Что? У меня дом готов, получается? И на углах забора только расставлю. Вот так вот факела на всякий случай. Мне кажется, тыквы есть. Давайте сделаем големов.
Для големов что надо? Для големов нужны тыквы. Если у меня есть тыква, значит все готово. У меня есть тыква. Дальше мы берем с собой вот эти штуки, делаем ножницы. Мы делаем с вами дофигища блоков железных. 18 делаю, может быть хватит, может быть нет. И делаем големов. Делаем големов. Так, он делается так, 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 так. И сверху башка тыквы. Опа. Первый голем готов. Второй голем. Третий голем. Вы, конечно, всегда можете спросить, зачем мне так много големов? А я вам всегда могу ответить, а много големов не бывает. Вы что такое ничего, чальволит? Четвертый голем. Мне даже не хватило. Мне еще одного голема надо вот сюда вот поставить. Сюда вот. Чтобы в каждом саду у меня был по голему. Здорово, парни! Здорово, как работает. Нормально? Ну что поделать, я хороший начальник. Все. Везде у меня есть по одному голему. Идеально. Я знаю, их еще чинить надо, да? Если они их там будут бить, они будут ломаться. Им надо еще скармливать железо, кажется. Ребят, напишите, прав я или нет, потому что я точно не помню. Так, а мне камень больше не нужен, но я его оставлю, выкидывать не буду, вдруг пригодится. Ну и все. Наша ферма полностью готова. Оставляйте свои комментарии, как вам она. Мне она очень нравится. Мне нравится наш дом, который мы уже почти закончили. Да, нам осталось поставить только сундуки, но это я уже сделаю отдельно. Не буду про это целое видео ставить. Это что-то это легко просто сундуки поставить. Так, на этом мы, ребят, заканчиваем. Вот наш огород. Он полностью закончил. Осталось его только рассадить. Будет у нас тут и морковь, и картошка. И в будущем все, что мы найдем, мы посадим тут. У нас есть защитные системы из 5 големов, которые с удовольствием дадут по лицу каждому, кто зайдет в наш дом. А в следующей серии мы уже пойдем искать с вами алмазную руду и изучать разные подземелья. Надеюсь, идем фармилку мобов, чтобы делать хорошую фармилку мобов и фармить дофигища опыта. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, удачи вам и до скорых встреч. Всем пока. Всем пока.